Приготовление еды – это всегда акт любви. Вот я этими актами и занимаюсь. Самое сокровенное, самое тайное, самое вкусное. Вы такого не слышали даже никогда, а потому что я не рассказывал. Он любит готовить сам и любит, когда готовить любят другие. Делайте, как я. Маэстро кулинарного искусства в программе «Лазерсон. Любимые» на телеканале «Еда».